Здравствуйте, уважаемые коллеги, еще раз. Хочу, во-первых, поблагодарить ассоциацию, дирекцию и принимающую сторону за то, что в такое непростое время все-таки собрали нас. Очень приятно вновь присутствовать в таком коллективе, в котором всегда царит теплая и дружественная атмосфера. Для начала пару слов о компании АДЛ. Мы являемся российским производителем и поставщиком оборудования для инженерных систем. На рынке мы уже более 25 лет. Помимо газовой запорной арматуры, которую мы презентуем в рамках ассоциации «Севдаль-Восток-Газ», мы имеем в своем ассортиментном ряду более 20 линеек различного оборудования. Это и запорная арматура для различных систем, это и тепло, и вода, и газ, и различные промышленные среды. Также регулирующая арматура, насосная и электрооборудование. Собственно, производим комплексные поставки. Завод наш находится в Московской области, открыт он в 2002 году в городе Коломна. На текущий момент представляет из себя два производственных цеха, а также собственные складские и логистические комплексы. Если все сложится удачно, никакая новая волна пандемии нас не накроет, будем рады принять вас всех и показать наш завод. Собственно, в рамках НТС каждый год стараемся представлять наши новые продукты, поэтому сегодня хочу напомнить вам о наших основных линейках, которые мы предлагаем по запорке для систем газораспределения, газопотребления и рассказать о наших новых разработках. Собственно, по-прежнему флагманом нашего производства являются цельносварные стальные шаровые краны «Бивал». Базовая конструкция с плавающим шаром изготавливается из углеродистой стали, это бесшовная российская труба, либо сталь 20, либо 0,9 Г2С. Шаровая пробка изготавливается из нержавейки 0,8 Х18 N10Т. В штоке присутствуют подшипники скольжения. На текущий момент на нашем сайте мы обновили нашу библиотеку моделей, поэтому в свободном доступе вы, в принципе, можете скачать на все наши основные линейки в требуемом формате чертежи. Собственно, так выглядит наша производственная программа кранов для газораспределения. Это и надземные краны, и краны подземного исполнения, и некоторые специальные серии. Помимо кранов с плавающим шаром, мы также изготавливаем и краны с шаром на опоре от 350 до 1200 диаметра. Собственно, каждый год производим поставки кранов данной конструкции на крупные газораспределительные организации. Конструкция наша достаточно хорошо себя зарекомендовала. Она состоит из толстостенного цилиндрического корпуса, а также литых боковин. На текущий момент собственными производственными мощностями мы закрываем потребности наших заказчиков до 700 диаметра включительно. На диаметрах свыше иногда прибегаем к выполнению некоторых операций сварки и механической обработки на аутсорсинге. Но чтобы в дальнейшем уйти от этого, снизить себестоимость изделий и аккумулировать полный цикл производства больших диаметров у нас на производстве, на текущий момент приступили к реализации проекта строительства нового цеха, который как раз-таки будет заточен под производство крупногабаритной арматуры. Это не только краны, но также задвижки и различные типы затворов. Что касается больших диаметров, как правило, мы как раз-таки их поставляем в подземном исполнении. Для изоляции кранов подземного исполнения мы используем российское покрытие «Карбофлекс». Все диаметры могут поставляться не только с остальными, но и с полиэтиленовыми патрубками. Это полиэтилен 100, либо СДР-9, либо СДР-11. Что касается специальных серий, мы производим краны с антивандальными комплектами, краны под строительную длину задвижки, которую можно использовать при реконструкции, реновации котельных. И также в прошлом году мы ввели в ряд кранов нашу новую линейку. Это краны больше для шкафного размещения с еще более укороченной строительной длиной, которую мы производим до 200 диаметра. Конструкция этих кранов, как и всех, в принципе, линеек «Бивал» является цельносварной, что повышает стойкость крана к вибрациям. Имеются контактные площадки. Второй продукт, который мы можем предложить для газораспределения, это наши электроизолирующие вставки ВИИ. На конструкцию вставок мы имеем патентную разработку, то есть у нас присутствует собственный патент.
В качестве уплотнения между двумя патоками используется непривычная плоская второпластовая прокладка, а по сути своей седловое уплотнение шарового крана. То есть сопряжение стальной вставки и второпластовой вставки происходит по сферической поверхности, что позволяет конструкции довольно хорошо справляться с нагрузками различной направленности. Что касается модификации вставок, за прошедший год мы провели определенную работу в части усовершенствования как конструкции, так и материалов. В части усовершенствования конструкции результатом стало повышение максимально воспринимаемых нагрузок вставкой. На текущий момент по паспорту мы прописываем 3 тонны на растяжение сжатия, отдельные образцы, выбранные из партии, проходят испытания и на 5 тонн в том числе. Что касается материалов, здесь мы провели некоторую работу с поставщиками и оптимизировали выбор лакокрасочных покрытий, то есть для покрытия стальной вставки нами был выбран новый поставщик краски изолирующей, который имеет повышенную электрическую прочность, а также прочность на растяжение и сгиб. И что касается конструкции вставки, дополнительно между стальной вставкой и муфтой мы наносим также клеевой слой. В качестве клея используется двухкомпонентный эпоксикоучуковый состав, который происходит от твердения при комнатной температуре. Что касается прочности данного покрытия, это порядка 20 мегапаскаль для пары сталь-сталь. Рабочая температура данного клея составляет от минус 60 до плюс 150 градусов. Состав имеет очень низкий коэффициент растрескивания по сравнению со стандартными привычными составами. Помимо непосредственно самих вставок, которые мы производим до 300-го диаметра, мы также производим и комбинированные изделия. Это краны с изолирующей вставкой. Также до 300-го диаметра в различных типах присоединений. Это сварка, фланец, резьба, а также их комбинация. И хотелось бы пару слов сказать о нашей новой разработке. Начиная с прошлого года, мы активно занимаемся проектом магистральных кранов для магистрали природного газа первого класса. На текущий момент нами отработана конструкция кранов до 200-го диаметра включительно на давление 8, 10, а также 16 МПА. Производим их в соответствии с СТО «Газпром». На текущий момент расширяем эту линейку, прорабатываем сейчас конструкцию 250-го, 300-го диаметра. И, так скажем, не планируем на этом останавливаться и идти вперед. Собственно, производство шаровых кранов – это полный цикл. Если будете у нас на производстве, с радостью покажем все участки, все процессы, которые производятся. Такой вот небольшой иллюстративный пока материал. Тесты наших кранов проводятся 100% на каждом изделии. Это тесты и сварных стыков, неразрушающий контроль, и тесты согласно ГОСТу и СНИПу на герметичность и прочность. И третий продукт, который мы предлагаем как альтернативу шаровым кранам, это дисковые поворотные затворы Granwell. Затворы мы производим совместно с испанской компанией Sigeval. Собственно, из Испании мы поставляем мягкие детали, уплотнители, седла. Седла для межфланцевого типа присоединения имеют самоуплотняющуюся конструкцию с лабиринтным уплотнением. Покраска затворов производится электростатическим методом, что исключает возможность непрокраса. Как опция, возможно, устройство затвора с заземлением. Собственно, у нас на производстве мы обрабатываем корпуса, производим на ЧПУ мелкие металлические детали, уже производим финальные операции сборки, покраски и тестирования. Собственно, затвор по сравнению с шаровым краном – это такое сборное, так скажем, изделие и ремонтопригодное. Состоит оно из трех основных деталей – это корпус, диск и седловое уплотнение, которые в различных комбинациях могут отвечать требуемым характеристикам как рабочей, так и окружающей среды.
Ну и, собственно, выбор того или иного типа арматуры производится в зависимости от конкретных потребностей. Если, допустим, нам необходимо произвести реконструкцию с увеличением мощности, либо необходимо иметь ремонтопригодные изделия, мы, конечно же, склоняемся в сторону затвора. Затворы имеют, как я уже сказала, основной тип присоединения межфланцевый, но также возможны вариации. Это затворы с резьбовыми проушинами, которые можно использовать на концевых участках, а также фланцевые затворы со стандартной и увеличенной строительной длиной. Всю нашу арматуру мы можем оснастить, в принципе, любыми устройствами управления. И, как уже сказала вначале, мы являемся комплексным поставщиком. Поэтому для приводной арматуры мы также готовы предложить и электрические шкафы собственного производства. В силу того, что наша компания имеет два собственных проекта конструкторских отдела, которые расположены в офисе, и на производстве, в принципе, мы готовы индивидуально подойти к любому заказчику и произвести изделия, так скажем, эксклюзивного характера под конкретные требования. Что касается нашего референса, собственно, это крупные ГРСы, ГРП по всей территории России. И помимо газовых хозяйств, мы, конечно же, активно сотрудничаем с производителями блочного оборудования, а также предлагаем наши краны и затворы для производителей шкафов. Собственно, у меня на этом все. Если есть вопросы, готова ответить. Спасибо.